Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Давайте выполним. Задание номер 5 на странице 47 учебника математики для первого класса автора Дорофеевой. Сравни рисунки. Чем они похожи, чем различаются. На этих рисунках мы видим клоунов, которые держат в руках квадраты с точками. Этим рисунки похожи. У клоуна в руках два рисунка. На первом рисунке 3 точки, на втором рисунке 2 точки. У второго клоуна такие же рисунки, но эти рисунки клоун держит в другом порядке. Сначала у него идет рисунок с двумя точками, а потом рисунок с тремя точками. И этим эти рисунки различаются. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.